287 проверок управляющих компаний провели сотрудники муниципального жилищного контроля в Архангельске с начала 2019-го. Цифра увеличилась в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внеплановые проверки проводятся инспекторами на основании жалоб жителей областной столицы. Заявление на некачественное обслуживание управляющих компаний можно оставить на сайте госуслуг или прийти с письменным обращением непосредственно в муниципальный жилищный контроль по адресу Троицкий, 60. Муниципальный жилищный инспектор проводит проверку. Если те жалобы, которые написаны в обращении жильца, подтверждаются, управляющей компании выдается предписание, которое они обязаны устранить. После этого проводится повторная проверка. Как отмечают сотрудники муниципального жилищного контроля, коммунальщики выполняют предписания в 60% случаев. В оставшихся 40 дела направляются в государственную жилищную инспекцию. Это надзорный орган, который вправе привлечь управляющую компанию к административной ответственности. Штрафы для них, к слову, немалые. Исчисляются десятками и сотнями тысяч рублей.